В микрорайоне Дашкова песочня возле дома номер 42 на улице Новоселов находится пруд. Местные жители говорят, что на этот водоем постоянно приходят рыбаки и ловят карасей, окуней, плотву, щук внушительных размеров. 9 июля на пруду работала бригада спасателей аварийно-спасательной службы Рязани. Они вылавливали мертвых рыб, которые плавали на поверхности. По распоряжению руководства аварийно-спасательной службы города Рязани, смена спасателей прибыла на данный пруд и производят вылов мертвой рыбы. По предварительной информации, мор рыбы начался примерно 2 дня назад. По словам местных жителей, причиной массового мора рыбы может служить слив канализации в водоем. Пруд окружает множество многоэтажных домов. И вполне вероятно, что произошел прорыв одной из канализационных труб, которая находится рядом с водоемом. Я думаю, что из-за канализации, потому что по весне я был здесь с удочкой, канализационный люк там тек. С той стороны тек, и вот они здесь все, традиционные люди. Мне кажется, что не бросили. Забивается, и все. Спасатели выловили более 20 килограммов мертвой рыбы. В основном все экземпляры были не больше ладони. Скорее всего, особи щук и карасей более крупного размера находятся на дне пруда. На данный момент причина массового мора рыбы не установлена. Ясно одно – рыбачить на этом водоеме будет невозможно до тех пор, пока не будет выяснена причина гибели его обитателей. Семен Иванов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».